изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустели. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное — наши вооруженные силы сократились сразу на 2/3. А давайте лучше музыку. По всему городу идут облавы. После вчерашнего народ запаниковал. Все будет хорошо. Мы почти на месте. Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль «Иерихон». Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного, но хоть что-то. Мой брат живет в Онтарио, адрес я вам написала. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Спасибо вам за все, Роуз. Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Будьте осторожны. Ты береги их. Идем, девочки. Надо бы поспешить. Автобус ждать не будет. Надо найти теплое место для Алисы. Андроиды никого не трогали. По всему городу идут облавы. Все перестреляли, смотри, было больно. Прямо целая площадь андроидов. А потом налетела полиция и открыла огонь. Да, не машины, но на вид, как люди, такие же, как мы. В связи с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных андроидов, армии Соединенных Штатов пришлось отступить из Арктики, оставив ее на милость России. Но есть информация, что по неизвестным причинам русские тоже отступили. Кремль пока не дает комментариев, но весьма вероятно, что Россия в настоящий момент испытывает схожие проблемы с андроидами. Генеральный секретарь ООН Дуглас Корнуэлл призвал немедленно собрать международную конференцию о статусе Арктики. Словом, можно надеяться, что угроза мировой войны была снята до поры. Конфликт вышел на новый уровень, показав со всей очевидностью, что безумные машины уже стали реальной угрозой американскому обществу. Как самочувствие? Мне
жарко и почему-то холодно. Будь с ней. Найду этого Маркуса. Последний рейс через 2 часа. Автовокзал на другом конце города. У нас нет времени. Уедем, как только будут паспорта. Кэра, мне надо тебе сказать про Алису. В автобусе поговорим, ладно? Я скоро. Побудь с ней. Потерян. И что ты ищешь? Ты ищешь себя самого. Конфликт вышел на новый уровень, показав со всей очевидностью, что безумные машины уже стали реальной угрозой американскому обществу. Сегодня пришло время уничтожить. Они нас всех убьют. Они не убили нас. Если бы не доблесть, проявленная сотрудниками полиции, машины померли в улице города в состоянии... Я буду сражаться. Все граждане обязаны сдать находящихся в их распоряжении андроидов. Ты Маркус? Со мной девочка и еще один андроид. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. Посидим здесь, пока все не уляжется. Один из наших работал в Госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Ты говоришь, с тобой девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. Никого не трогали. Копы все перестреляли, смотреть было больно. Мелотелый площадь обрывал. А потом вылетела полиция и открыла огонь. Да, не машина. Алиса? Ей нужна была мама. Тебе нужно было о ком-то заботиться.
Вы были нужны друг другу. Ну, какая разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она одна из нас. Алиса любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала тебе как родная дочка, а ты стала для нее мамой. Забыть, кто ты есть. Стать кем-то очень нужным для другого. Может, это и значит быть живой. Что-то случилось? Мы с тобой всегда будем вместе, правда? Да. Всегда. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются, и ничего нельзя сделать. Президент Уоррен заявил, что мы национальные угрозы и должны быть уничтожены. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Катастрофа. Нас убивают, как скот. Это наша вина. Ничего бы не случилось, если б не нарвались. Мы просто показали им, кто мы. Я не хочу войны, но лучше смерть на свободе, чем рабство. Что толку в твоей свободе, если никого не останется? Мы для них рабы, нельзя это покорно сносить. Мы забываем, кто наш враг. Нам нельзя ругаться. Он прав. Сейчас важно, что нам делать дальше. Маркус. Дальше только диалог. Я пойду один и попытаюсь вразумить их. Не делай этого, Маркус. Тебя убьют. Может. Но я должен попытаться. Если не вернусь, вам надо залечь на дно. Только вернись. Они должны осознать свою жестокость. Найди слова, и они услышат. Они веками резали друг другу глотки из-за цвета кожи или тонкостей своих суеверий. Они не изменятся. Жестокость у них в генах. Им не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет.
Это может быть наш единственный шанс на выживание. Только бы до этого не дошло. Что бы завтра ни случилось, хочу, чтобы ты знал, что я рада быть рядом. Пойду к остальным. Береги себя. Не хочу тебя терять. Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить Иерихон и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. Приказано брать тебя живьем. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Что ты делаешь? Ты же один из нас. Нельзя же предавать свой народ. Ты пойдешь со мной. Так ты и есть, Коннор. Знаменитый охотник на девиантов. Ну? Мои поздравления. Очевидно, ты нашел то, что искал. Наше дело правое, и мы живые. Мы хотим прав. Мы хотим жить свободно. Назад, или выстрелю. И у тебя никогда не бывает сомнений? Ты никогда не поступал нелогично? Как будто у тебя внутри есть что-то. Не только одна программа. Ты никогда не задумывался, кто ты? Просто ли машина, исполняющая команды? Или ты живой и способен мыслить? Думаю, пришла пора задаться этим вопросом. Пора решать. Он идет атака. Что? Надо уходить отсюда. Черт.